И с волей судеб уже там появился Хоффман, и дальше пошла машина. Здесь вот начинается важный очень этап. Может, надо было, чтобы год этот телефон не звонил, чтобы раздался вот тот самый звонок? Может быть. Как это было? Мне звонок по телефону говорит: здрасте, здрасте, это с вами Ежи Хоффман говорит. По-русски? Он замечательный. Замечательный по-русски, по-русски, он замечательный. Да? Он с таким даже не акцентом, а у него просто манера разговаривать, так он так вот разговаривает. Он говорит: ну слушай, на ты сразу, на ты, слушай, значит, я хочу, чтобы ты приехал бы в Варшаву. Надо как-то друг друга понюхать, что ли? Я говорю: ну, конечно, я приеду, пожалуйста, с удовольствием, в Варшаву, тем более, чего нет. Я приехал в Варшаву, была проба. Проба очень смешная, потому что он пришел. Маленький, небольшого роста человечек, очень энергичный. Чем-то даже на моего отца похож, правда. Сзади такой шарпей, такой у него складочки. Большие очки и сигареты, вечные сигареты в зубах. Он ее не вынимает, притом он ее закуривает, две тяги делает, у него пепел спадает на штаны, он тут же ее гасит, тут же вторую. Ну, то есть процесс вечный, и дико энергичный человек вошел. Тут же мне сказал, что у него проблемы, у него большие проблемы, совсем у него проблемы, все время куря, наверное, курит все время, говорит: проблемы, очень большие проблемы, так, что сидим? Нет, давайте, все, проба, какая проба? Какой текст? Ну вот тебе текст, быстренько давай по-русски, так. Все, встал и ушел. Чего все? Тут же ко мне подбежали, сказали: все, ты утвержден, дурачок, радуйся, все, сейчас обедать, и потом, значит, все по всем, значит, да, утвержден, такой-такой, вот они, как тебя правильно сказать, Домогаров, да, все, утвержден. Тут же, значит, все это было известно, это для них был, конечно, и для меня это был такой козырь, который выпал в судьбе, и я, честно говоря, даже не думал, что это будет так... Так там подниматься на щит, потому что для меня это был... Не было дня, чтобы в газете не было интервью с кем-либо. Говорят, не было... вы теперь актер номер один? Так мы вы, на ты, на как? Что вы говорите? Мы, вы, пан Александр у нас, что ты сейчас вообще самый популярный актер Польши. Я понимаю, что это нескромно говорить, я могу сказать... Ну, я же не могу сказать, что я самый популярный артист. Чтобы оценить чувство юмора нашего героя, я могу процитировать его из одного интервью. Как ты себя назвал, что Барбара Брыльска наоборот? Я вижу, что сабля, понимаешь, и он выстрел, есть, отваливается один, второй летит туда, этот лезет на стол, этот получает по роже. Чах, поли, вид, ее закрыть. И что дальше? Дальше думать надо. Ты думай о том, как бы их убить. Я буду думать. А я буду думать о том, как ее убить.